Всем привет! Впереди вас ждет очередной ФФА-сериал в мире Sid Meier's Civilization 5. Партия на восьмерых, и получилось собрать не только сильных соперников, но и сильные нации. Так я играю за Китай против Биохазарда, который играет за Данию, Сириуса, который играет за кельтов, Власа 222, который играет за иракезов, Вайпера Димы, который играет за Россию, Тарилиса, который играет за инков, и Wings of Liberty, который играет за Эфиопию. Как всегда, напоминаю, что игра будет разбита на серии, потому что получилось длинной, да и вообще, в принципе, невозможно выложить все сразу. Так что, если вы смотрите это видео не в день выхода игры, то перейдите к плейлисту или на страницу, где собраны все серии на моем сайте, и, может быть, вы сможете сразу весь сериал от начала до конца посмотреть. Ссылки на всю эту прелесть в верхнем правом углу, такая круглая белая кнопка с буквочкой I, жмите на нее и, собственно, перейдете ко всем сериям. Также традиционно напоминаю, что в комментариях не приветствуются оскорбления участников, что бы они ни делали, приветствуется только критика, вежливая вида «зря ты, Леша, обрабатываешь коров, когда у тебя железо не обработано», или «я бы на твоем месте вместо Альгамбры Нотр-Дам построил». В общем, общайтесь вежливо, и ваш комментарий останется в истории к этому видео. Спойлеры разрешены, но только если они внутри развернутого комментария, а не просто описание в двух словах того, что происходит в видео. На этом все. Желаю вам приятного просмотра. Это хорошо. О, я уже везде все пагоды купил. Теперь... А, у нас тут не все в религии. Жаль. Ну, надо миссионера прикупить, значит. Потому что пагоды... А, уже нельзя. О, блин. Ну, придется кафедральные соборы покупать тогда. Слушайте, а протестантизм — это что, иракезы, что ли, религия была? Прикольно. Обоих, кто тут религия основал, вынесли. Кто, чья осталась еще? Православие и католицизм остался? Плохая примета, основа религии, да? Ну, в этой игре, походу, да. Католицизм — это кельты, да? Гарден. С храмов получил. А, ну вот сады от протестантизма. Кстати, ничего так. Так, Москва. А что вообще у русского его? Города 3? А нет, 4, еще Ростов где-то. Пойдем искать Ростов. Так, Пекин вырос, Анандага. Ты же можешь убрать рыцаря с дороги? Я уже походил. Смотрю, кельт все мне отдает. Как самому отстающему, видимо.
Так, как же мне тут выигрывать? Ну, 104 входа, я думаю, это ненадолго. Тут его скоро убьют. Блин, мне главное, вот, чтобы приняли научные стажировки. Тогда будет очень классно. Но я просто боюсь, что сейчас русский и датчанин будут голосовать против. Арсенхрон? Нет, почему? У тебя арсинхрон? Ну, 0 секунд. У меня, по-моему, загрузка сейчас пойдет. Я ну, непонятно, может, его повисло. Видимо, да, потому что 0 секунд и ничего не ходит. У кого там пиво повисло? Потому что таких не взойдешь. Био. У вас пошло, что ли? Да, скажешь био, когда смогешь зайти. Я даже еще не закрывал целую, ладно. Я пока запущу. Так, я за научные стажировки проголосовал. Мне вот Нотр-Дам обидно увел, он прям вход. Мобы шли как раз, я в берсерков он своих. И ракетских-то. Воинов, мангавков. В итоге он тоже пошел в Нотр-Дам. Прям вход построили, блин, обидно. Интересно, пойдет русский на меня? Но мне, в принципе, вот после школ, если примут научные стажировки, то я во рту очень быстро выйду. А если не примут, то не очень быстро. Так, готов зайти, если что. Ну, сейчас эти там повоюют с карте, когда закончите. Уже. Все? Завоевать-то мне нечего. А он уже всем почти отстрелял. Следующим ходом Эдинбург падает. Так. По времени-то. Заходи. Так. Вы меня там кикали, что ли? Да. Да. Отлично. Вообще все юниты походили, здания все. Вообще жесть какая-то происходит. Ну ладно, хоть не продали здания. Да слушай, я не знаю, у меня где ученые-то вообще все. Реально? А и не ходят нифига еще. Не, ученые вроде стоят, но не ходят совсем. Ну юниты все походили просто. Академию. Да, слушайте, а нафига вы котик кикнули его? А как же? Как грузиться-то? Да, я не знаю, у меня ничего не работает, таймер. Ну у тебя таймер просто сходили, сходил за тебя. Да, юниты-то сходили, я в городе проект могу выбрать просто-напросто. Кнопки не работают никакие. Ну ладно, сейчас ход закончится, ход пропущу, может, ладно. Хрень у тебя население.
Монография тоже не открывается. Все бы кикнуть, главное. Я не понимаю вообще, зачем кикают кого-то. Как это может повлиять вообще на игру? Мы прогрузились после этого. Ну, потому что я бы мог так выйти, если бы тоже прогрузились. Ну, вот это было правильное решение, наверное, да. Я не понимаю, как я 100 карты смог настроить вообще? Я сейчас смотрю на это, я не помню, чтобы я 100 карты когда-нибудь строил. Очень испугался, видимо. Испугался. Да вообще, ты меня так напугал. Когда говоришь, вот, сейчас Эфиоп не будет ничего делать. Уходите уже. Вы так забрасывали пару раз. Нет, вообще, я купил среднюю икону. Не надо было так сказать. Если ты мне все отдаешь, что ли? Лёш. А? Ты ходишь? Да. Ну я просто сами кнопки в интерфейсе не работают, но они как бы жмакаешь по ним, а ничего не происходит. А вот сейчас сразу резко все нажалось, короче. Так вот закончился. Походу отпустило. Ну не знаю, вот если русский на меня пойдет, есть смысл в Чинду строить стены? А, инженер родился в Эдинбурге. Очень вовремя, походу. Да. О, слушай, а может я тебе построю эту башню? Ну, если это свобода. Все, пал Эдинбург. Гони у него. Хотя ему достанется, пойди все равно потом. Да, все эти юниты побежали, мне даже интересно. Спасибо за игру. И тебе спасибо. Спасибо. Пока. Пока. Чё-то как-то быстро. Блин, а теперь я хост, у меня не грузится разинхрон. Эфиоп, у него много еще городов осталось? Только один? Ну он, если Эфиопу дал какие-то города, да? Он просто отдал их? Да. Ничего себе. Но он мне предлагал. Вообще у меня как-то... всем раздарил, что ли? Нет, я не брал, у меня счастья нету. Ребят, я не пойму, а кто не голосует за Конгресс? Что за херня? Хода три уже. Я, видимо, не голосовал. Ну так висит, не проходит, ну ничего. Я что сделал? Ну а как ты можешь? Ходить. Ты? Ну я вот проголосовал сейчас, все нормально должно быть. Ну ладно. Я же не ходил просто. Ладно, ладно. Ну мы тебя отмазался, на карандаш да? Взяли. Кельты только кикните там. Что у него осталось-то? Какой город? Да, какой у него город, чтобы я его вынес? Или ты Эфиоп заберешь? Я заберу. Окей. Просто замирился с ним вроде.
А, да, ты же замерился. Я замерился сам вообще. Так, где тут порядок? О, ух ты, прошло. Отлично. Порядок. Свобода. Ну вот, смотрите, как теперь. Технитесь. Два, два, два хода. Так, возьмем, наверное, на счастье. А я забыл, что я хост просто. Ну, у кого какие пожелания, чтобы я внес? Какой? Вы за меня голосовали, поэтому я вас послушаю. Нет, всем пофигу. Так вот, вот так вот предлагаю. Лёша не против будет религии. Или у него... Почему? У меня совершенно другая религия. У тебя половина такая, половина такая. Какая? У меня нет вообще такой религии. А, точно. Блин. Ну пусть будет. Мне не жалко. Я просто запутался, я думал, что это этого инка. Так, эфиоп, русский, есть предложение по поводу... Предложение. Блин, я даже не знаю. Я бы еще раз думал. Что бы ты? За стажировки? Они не прошли? Они прошли. А, вот сейчас. Ну, я смотрю, что чудес примерно у всех одинаково. Хотя, наверное, смотрите, а у кельта в том городе 5 чудес еще осталось, между прочим. Да? Да. Полезная информация. Чуть не зря я туда иду. Так, конюшня. Ну, в принципе, можно тут конюшню построить. Давайте конюшню, потом мастерскую, университет и рынок. Вот так. Блин, что ж предложить-то? Ну, давайте, не знаю, уменьшим появление ученых. Ух, сколько деклараций от кельта сразу. Что, био уже в новой эре? Да нет. А кто в модерной эре? В современности ты имеешь в виду? Кельт. Отлично. Здорово. Слушай, ему чуть-чуть не хватило. Ну да, он открыл как раз хатинцев первых. Я думал, успеете вы там, не успеете. Ну там да, там пока построишь их еще. Я на нее успел. Не, ну я продавливал там очень быстро. На самом деле даже сам не могу понять. Ну да, правда, у нас на самом деле промка была примерно в двоих, как у него. А армии было в два раза больше, наверное, чем у него. Просто гигантская карта.
Так. Ну, тут луга, тут... Что тут еще вырубим? Построим. Как-то все боялись кельты тут раз и снесли его за пару ходов. Вообще, до сих пор удивляюсь. Наступает скучная пора микроменеджмента. Баг какой-то или просто прикол, чего у Эфиопа 0% счастья. Или я что-то не понял. Я опять ничего не понял, что ты сказал. Минус 37. Минус 37? Минус 37 счастья? Ну нафига ты принял города кельта? И еще хотел один забирать, главное. Ну, очень надо, очень. Блин, мне кажется, сейчас там адовые восстания начнутся возле столицы. Ну, тут такое у русского Виктория так себе слабенькая. Я думал, тут какое-то прям место такое. А тут прям посреди тундры. Нет, ты че? Ну, кстати, это на самом деле второй мой город, и он, в принципе, тащится реально. Потому что там хоть какие-то холмы были поблизости вначале. Последним принял диалоги. Почему? А Эфиоп принял? Эфиоп вторым принял. А, тоже свободу принял. Я вторым, да? Я брал. Так, надо защиту всем городам-государствам пообещать. Блин, найденным. Буквально захода 2 до захвата столицы. У меня еще и шпионы грохнули у кельта. Битка. Это ада. Интересно, это все вообще ГГ? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. А всего 16 должно быть ГГ, да? То я, получается, практически все нашел. Ой, я ровно все 16 нашел. Блин, вообще в два раза у русского. Все. А я на последнем месте, считайте. Блин, поставил рабочих на автомат, теперь ни одного найти не могу. Отсиделись. Так, Пекин. Четыре три, а так все равно 4-3. Больше на еду давайте. Дальше Шанхай. 3-3-2. Так, тут нет еще. Сингапур Малаки объявил войну. И
Анандага. 3-1. Все равно 3-1. Нет, давайте на еду. Я Нанкин не ращу, потому что тут, ну, не очень местность такая для роста. Не особо тут много чего. То есть вот он вырос до 14, это уже достаточно. Обрабатывать клетки. Да, карта, конечно, огромная. Фига себе, я второй по армии. А чё, эфиоп с Данией решили, что им не надо ничего, да? Ну окей. Ну, у меня есть. Я просто не знаю, откуда мне ждать вообще армию. Тебе? Да, сейчас приду тебя выносить. Так, ну... Вот, можно что у Анандаги начать обрабатывать, кстати. Да, такая очень широкая карта получилась. Все так в разлетаечку. Да, датчанин теперь вырывается вперед на всех парах. У меня есть подозрение, что русские не особо отстают от меня уже с городами кельта. Сейчас он аннексирует все. Со временем они догоняя русского. И чудеса остались у него теперь. Так. Пускай так будет. Федерал будем покупать. Все. Вот и нету больше кельта. А вот и вроде бы ни хрена подобного. Я вижу Будику. Ну и следующим ходом закончится. И мы уже не видим. Я уж подумал, неужели еще? Так, Пекин не растет пока, да? О, у меня, кстати, так должно скоро... Могу я тут с кем-нибудь поторговать счастьем? Эфиоп. С русским нечем. Ну вот плюс 10 счастья мне должно хватить до золотого века своим ходом досяпать. Окей. Так, тут
Вроде все обработано. Давайте-ка к Пекину перекинемся. Тут тоже все. У нас тут получается такие три большие. Что? Не, просто я смотрю, Феб столько крепостей построил там у себя. Там кучу. Боится. Так эти клетки можно обрабатывать было. Это, ты у нас три большие такие империи, маленькая эфиопская. В уголке, тихонечко. Да, в самом невыгодном положении я. Вы можете с двух сторон на меня нападать. Уже бежим, ага. Да, только с другой стороны, я хуже всех развит, поэтому не скажу, что прям я так уже тут боюсь всех. Так, рынок. Акведук тут не нужен. Вот Колизей можно построить. О, школа. Сининки. О, через два хода можно будет отлично. Литейку можно будет через два хода. 2GIS – подробный справочник организации на 3D-карте города. Жители 273 городов в 8 странах мира ежедневно пользуются 2GIS. Телефоны, адреса, сайты компаний, часы работы, поиск проезда и схемы движения городского транспорта – все это внутри 2GIS. А мобильное приложение 2GIS – один из лидеров среди бесплатных программ в категориях навигация и путешествия. Воспользуйтесь онлайн-версией прямо сейчас на сайте 2gis.ru или скачайте бесплатно для Android, iOS и Windows Phone. 2GIS, если быть точным. Один ход. Итак, один ход. Значит, так и оставим. В Анандаге у нас что? 3-3, 3-3. Есть еще какой-то лагерь. Я вот не понял, почему все-таки Кель взял и отдал просто города Эфиоп. Нафига ему это? Ну, видимо, хотел. Вот так слил игру, видимо, хотел уйти. Хотя, я тоже не знаю, он мог потерять столицу и, собственно, выйти. Да, да, и просто уйти. Не мешались, может быть, чтобы они... Ну а что, Эфиоп этого что-то получил, сидит с несчастьем в минус 37. Ну это отдельный вопрос, да. Не знаю, зачем. Понимаешь, он мне тоже предлагал города. Я не взял просто потому, что нафиг мне надо сесть без счастья. Я с этих городов что я могу там, здания попродавать, так и сколько я с этого получу? Тебе вообще было бы неудобно, они, считай, вообще в другом конце карты от тебя получают. Ну. Ну как, через меня прямо. О чем и речь? Так, отлично. Следующим ходом... Я только что спер оптику. Ну, видишь, не зря. Не зря сажал вообще. Уверенно просто. Блин, ну сразу электричество как дешево стоит. Кто-то его открыл. Кто-нибудь еще вошел в современность, кроме Кельта?
Кельт так серьезно вложился. А, или нет, или вошел кто-то все. А нет, никого нет уже. Уже да? Вообще никого нет. Никого. Так, когда у нас там заканчивается... Блин, офигите, с FIFA 8, FIFA 4. Да, вот так потихоньку. Только у нас и Фёп никого не выносил. Сначала Кельт вынес Голландию, потом Дания вынесла Инка, потом Китай вынес Иракеза, и, наконец, Россия вынесла Кельтов. Так потихоньку... Жестокий мир. Ну... Он на самом деле очень сильно помог России. Не помог. Я ничего не слышал сейчас. Я говорю, помог России. Говорит, что он помог тебе. Безусловно, безусловно. Блин, нафига мне... Короче, я настроил армию, боясь, что тут сейчас ко мне русский пойдет. Сижу на втором месте с армией. Я так понимаю, что Эфиоп и Дания расслабились полностью. Ну, Эфиопу сейчас не армия, надо думать, а счастье. Ну, а мне, ну, я не знаю, в ближайшее время пока, если кто-то и придет, ну, успею настроить, я думаю. Так, золотой век пошел. Так, флот потихоньку строю. Так, надеюсь, в Адис-Абебе что-нибудь хорошее сопру. Так... Ironworks, потом национальный эпик. Лаба, школа и обсерватория. Ну, сразу сколько... Жрачки стало. Отлично. Можно вокруг Пекина теперь обрабатывать. А ты, Брюш, на моем месте пошел бы к тебе? Ну, я бы пошел к Эфиопу, просто потому простому... По той простой логике, что ты во мне увязнешь. У меня 8 городов. Я в отличие от Кельта не буду города сдавать. Я тут буду серьезно воевать. Ну, то есть ты можешь... Я думаю, тебе надо... Если ты хочешь меня звать, тебе, наверное, надо в самолеты выходить. Я на самом деле думаю, что вот эпоха войны вот на Арте закончилась. Я думаю, что здесь Био самый как бы опасный, а ему... Че, я вот сейчас буду с тобой воевать, пока... А он Ну да, да, но дело в том, что если думаешь, что я буду с Био воевать, то ты ошибаешься просто потому, что это у нас нереально. Даже на самолетах мы не будем воевать. То есть я не знаю, как делать, честно говоря. Вот реально тут между нами столько пустой территории и как-то города я туда не особо хочу ставить, уже поздновато для городов. Они только не дадут мне строить всякие литейки и прочие. Плюшки. И толку от них не особо будет. Надо караваны в них пускать, а мне и так есть куда караваны запустить в это время. Чё, никакая ГГшка не хотела, чтобы я уничтожил этот... Эх... Так, ну, у меня постепенно экономика выправляется. Так, Пекин, Шанхай,
Бьют хотя бы час играть, уже 2.12. Я уже понял, что спать 2 часа придется, и затянул лучше не спать вообще. Ну, я тоже спать хочу сегодня вообще сколько-нибудь. Я предлагаю еще 20 минут до половины третьего, и потом... А как ты так работаешь, Био, потом не спавший? Нормально? Какого вообще? Просто... Ценят тебя, ценят. Я помню, пришел на работе, да? Я вообще на заводе он устроился. Пришел как-то, в раздевалке увалился. Думал, полежу 5 минут. Смотрел, просто никто что-то еще не пришел к 8 часам. Суббота там, типа так нас, выходит чисто по доработку. Увалился на 5 минут, у меня через час-полтора где-то будет, короче. Ты что, говорит, ты делаешь, что тебя все ищут. Работать пора, все дела. Подожди, а ты же вроде учитель, нет? Ну да, вроде как, но лучше уж на заводе к тем учителям, я думаю. За... Как и больше платят. Вот это самое печальное в России, по-моему, что есть как раз. Ну да, да. Ну тут до октября максимум, так что. А что такое что? Произойдет, да, в октябре? Ну, в октябре он не работает уже. А, завод? Да. Ну, там работает, но там все повольняются уже и денег платить почти не будут, так что. Буду что-нибудь новое искать. А это вторая печаль России. Новые квесты. Да ну, учителям вообще, да, что-то как-то. Не знаю, по-моему, прикольно учитель. Ну, фиг знает, если забыть про кучу бумажек. Ты учитель чего? Информатики или чего? Да-да-да, информатики. Ну, если забыть про быдловатых школьников, играющих в доту. На уроке? Все эти бумажки, да вообще везде. Научишь хоть в доту их играть. Бюрократия, это жесть. Нет, так био у нас, наоборот, может нести доброе в масс, то есть продвигать ЦИУ на уроках. Пивку на компы и по сердцу. Ты видел, сколько у него в доту часов? Например, типа, смог победить компьютер на императоре? Поставил зачет. Почему нет? А ты думаешь, много детей могут на ЦИВе на императоре победить? Это ты знаешь? Я думаю, это нужно определенный склад ума. Это... Я-то до сих пор не могу. Да, видишь? Тренируешься заодно. Знаешь, ребенка надо же как-то, как его, стимулировать. Лучшая стимуляция — это игра, и если он в ней разбирается... А еще лучше его посадить вообще за ЦИВ англоязычную. Прикинь, он еще язык будет выизучать, плюс ко всему. Не, я согласен. Мне кажется, что вообще, ну, вообще, знаете, да, самое... Вот игры — это же модели, получается. Почему самый распространенный вид модели — это как раз игрушки. И вот в этом смысле, мне кажется, ЦИВ — это идеальная просто модель. Ну, вот с точки зрения мировых отношений, в принципе, вообще того, что происходит, через такую простую модель очень многие вещи становятся, ну, как бы более понятны, чем когда ты просто там смотришь на них. Ну, по телеку. Я бы сказал, что это не только ЦИВа, очень много пошаговых стратегий просто в разных жанрах, они так дополняют, и так как это приходится все математически выражать, вот эти все штуки, то намного проще потом объяснить становится вот то или другое действие, то есть, грубо говоря, вот тут нам надо взять там в идеологии какие-то там... Порядок, мы берем порядок, да, вот у нас фабрики строятся. Почему у нас строятся меньше фабрики в порядке? Почему эта идеология называется так или иначе, то есть так исторически? Если взять какую-нибудь другую, там, не знаю, XCOM, пошаговую стратегию, тоже через вот эти все действия, кто там, блин, этих оперативников, тоже все... Можно рассказать, но плюс к этому еще это заставляет ребенка думать. То есть он должен видеть вот такое общее стратегическое поле, чтобы приходить к решению проблемы какой-то. Тоже очень важно. Ну да, но я, правда, немножко не это имел в виду. Я имел в виду, что как бы вот игра в цивилизацию, она нас, ну, как бы учит достаточно банальным вещам.
с точки зрения уроков истории, например, очень полезно, мне кажется, было бы не в нее играть, потому что вот когда ты играешь, ты понимаешь, что значит, что такое биться за ресурсы, почему это нужно делать, грубо говоря, да, там. Ну, не то чтобы дипломатия, да, коммуникация определенная, а необходимо выстраивать в игре. Это очень полезный навык тоже. Ну и в принципе, вот. Вот то, как она сделана, с точки зрения самой логики, это вроде как банально, но очень сильно. Потому что вот то, что здесь сделано, да, культура, наука, ресурсы и так далее. На самом деле, это очень жизненную ситуацию отражает сильно. Вот, например, Китай. В Китае до хрена производство, но отстающая наука. Поэтому он вроде как вот везде-везде-везде и экономика отстающая. Сейчас постепенно... Большое производство, они нагоняют по науке, грубо говоря, и по экономике. Получается, как реально вот в игре в цивилизацию. Ты можешь всегда быть где-то там в попе, но по производству идти хорошо, а в концовочке нагнать на финише и стать мировым там, ну, самым крутым в мире, да? То есть многие вещи просто чисто политического даже характера в цивилизации очень хорошо отражены, мне кажется. Это вот просто когда играешь в игру, понимаешь некоторые вещи, которых раньше даже не думал. Да. Именно так. Но тут уже... блин, я там тебе... Вроде... Что я тебе послал, Билл? Трюфеля и соль. Странно. Почему она... Вроде, я вроде... Где это то же самое. Принять вроде. Нажал, да. Это... тут другая... Тут все же с другой стороны, что как бы взрослые люди, чтобы не приняли вот эти модели за реальность. Наоборот. То есть если... школьникам, например, эта модель лучше объясняет реальный мир, да, то для взрослого человека ЦИВО, наоборот, упрощает. То есть, ну, как это сказать, не так все но просто это... на самом деле. Не, конечно, но это же и модель, в том-то и смысл, что она, ну, упрощенная. Всегда так, как бы, через более простые вещи познаешь более сложные. Понятно, что мир реально гораздо многограннее, чем игра в цивилизацию. Но общий принцип, он достаточно неплохо, мне кажется, реализован. Мне кажется, поэтому столько людей играют в игру, потому что ну, она действительно позволяет прочувствовать некоторые вещи. Ну да, да. Соглашусь-ка. Эх, адовая неделька намечает, что такой понедельник будет. Да, когда доигрывать будем? Наверное, нужно отоспаться денек, может, во вторник? Ну, я не возражаю. А Биум просто не доживет до конца. Что, Биу, живи! Не, ну я днем отложусь, может, на пару часов, конечно. Так, ну давайте смотреть. Крадя технологии... Смотрите, я уже обогнал... Эфиопию, и все на 4% отстаю от Дании, между прочим. Все не так уж плохо на сегодняшний день. И постепенно я, кстати, буду наращивать, между прочим. Так, алюминий у меня всего один. И его надо быстрее... А, вот у меня... Сколько науки? По 1000 уже есть? У меня, как ты понимаешь, нет. Ну, мне и не надо. Мое молчание науку. Не означает, что у меня есть. У меня, как ты понимаешь, тоже, конечно же, нет. Мы будем за счет школьных стажировок выгребать и за счет кражи тех. Так. У нас еще один ученый уже. Два ученых, если что. И нам сжигать лучше после кого-нибудь, потому что у нас тогда эти технологии будут стоить дешевле. Вокруг Пекина обработаем. Так, ну что, я тут уже практически всю карту открыл. Отличненько. А есть у меня еще с кем-нибудь поторговать счастьем? Вот с Россией нет, цитрусовых у меня нету. Жаль.
Так, что у нас Пекин? Ой. 3-3. Так. Так, Шанхай. Анандага. Ну, все пока нормально. 9. Это я еще не везде построил арены. Я еще, вот даже можно глянуть, где у меня еще арена. Еще в трех городах. Шанхай, Гуанчжоу, Анандага. Не построены арены, да. То есть это еще плюс 6 счастья. Сам циркус максимум еще плюс счастья. Так что есть куда расти. Есть куда расти. Блин, ну вот Сириус вообще говнюк. Вот продал все здания в Эдинбурге, но зато подарил Эфиопу просто так их. Ну вообще, где справедливость? Нету. Нету. Так, давайте с Эфиопом поторгуем трюфелями. А вот и био вышел в современность. И с русским. Так. Шелк, слоновая кость, серебро. Блин, а мне меха нужны и крабы. Видимо, только у ГГшек они есть. Давайте смотреть, у каких. Меха у Милана. В лабы био идет, да? У Генуи. О, меха у Генуи. С Генуи можно попробовать как-то задружиться. Что она... А она хочет... Блин, в отличие от нас, био, наверное, еще и ученых никаких не сжигал. У меня их особо и не было. У меня вначале инженеры появлялись. Вот ты бедненький. Не, ну есть парочка, но... Не густо. Да вообще... Тяжко живется что-то. Лёша говорил, что первого, второго по армии. Там разрыв такой между первым и вторым местным, видимо. Сотни тысяч. А я немножко распустил. У меня ж в отличие от вас воля, я ж не могу спрятать в города и не тратить деньги на содержание. Что, конечно, неправда, ничего я не распускал. Так. Итак, два. Итак, два. Ну, так как у нас акведук, то будет больше сохраняться еды. Так, Анандага. Ладно. Так, нужен алюминий, потому что у меня тут дамбы. Нормально будет. Ну, армия, я вижу, около Москвы стоит, так что я не думаю, что русский будет на меня нападать. Может, тогда не идти пока? Да нет, идти, я думаю.
Кремль было бы неплохо. Я хотел видео записать. Уже пару раз забывал включать запись с этими всеми вылетами. Поставил бы на горячую клавишу какую. Стоит, надо про забывай посмотреть, идет она или не идет. Так. Ладно, Эфиоп там, я смотрю, Геную постоянно эксплуатирует Милан. У Милана еще были меха. Угу. Шестьдесят получу и... Ну, должен стать союзником, можно в конце хода. Давайте еще глянем, у кого меха были. Просто не хочется как-то ссориться. У Манилы. У Манилы. Так, и что Манила хочет? Ну, блин, Манила тоже. У Био. А много у него денег? Да, надо в конце хода. Блин, убил 450 молотков, охренеть. Золотой век, золотой век. Шикарно. Золотой век, там реально молотков 60 меньше. Хорошо, убил 400 Осидон. Молотков, охренеть. Последнее Осидон место 250. То есть, скорее всего, у вас там 300-350. 5 молотков. Такая же большая разница к этому времени уже, к таким, сравнительно вообще. Вначале да, конечно, там на ходу к 50-му, если, то 50 молотков отрешает, а сейчас. Нет. У всех молотков очень мало. Совсем прям. С тобой. Анна, перекуплю Милан. Нет, в конце их... хода. Это единственная, собственно, у меня возможность. Вот смотри, средняя 304, да? Если сложить твои молотки и молотки Эфиопа, будет 350 в среднем, да? То есть у нас у обоих, и у меня, и у Лёши, молотков меньше настолько, что делает цифру 350 меньше на 50 молотков, а нас трое еще остается. То есть у нас у всех по 250 молотков. Да ладно, и что, не стал? А у тебя 450. Блин, это, ну что, может, сейф тогда? Больше. Ой, блин. Давайте, может, вон три хода до голосования в Конгрессе. Там проголосуем. Все, и сделаем сейф. Окей. Да, еда. Колизей. Блин, как-то я бездарно потратил деньги. Ну, следующим ходом я еще раз смогу, конечно. Милан. 30 как раз даст. Смогу я перебить? Сжигаешь Глазго. А с
Слушай, Феоп 12% счастья. Боже, у тебя там вообще восстания какие-то происходят? Ну, уже 33 вроде. Транслит, наверное. Мы не видим, что ты там написал. Да. Да не. Да. Не, мне кажется, пора сжигать Амстердам. А ну, глаз беда сжигается, Амстердам нельзя. Сейчас вроде идеологии есть, счастье-то можно взять. Свободу, например. Или что-то у него свободы, по идее. А, забавно, в автократии нет, две свободы, два порядка. Чем пополам так разделены, может 2 на 2 сыграем сразу? Я думал автократию взять, но потом посчитал, что все-таки, во-первых, там этот... Как его... Этот маяк на воде, да, строить, если, а во-вторых, я думал, что все-таки эти очень зарешают, и так и получилось. Легион очень зарешал. А долго писатель будет, блин? Что-то я... Легион, да, тащит. Порты всякой. Мне бы культуры, конечно, здесь не помешало бы. Так, что я тут по демографии? Ну, я опять за себя голосую. Универ Васенинкин. Сейчас вот вырастет в следующем. То есть сейф на следующем ходу как раз будет выбран хост и сохранимся. Так, ну, в принципе, уже практически все я посмотрел. Блин, не знаю, может начать продавать уже какую-то армию непрокачанных, вот, например, этого. Ну, потому что зачем... тратить золото. Ну, вот это я, кстати, зря апнул, видите, без прокачки. Ну-ка, вот тогда меньше экспы еще. Ну, тогда вот этого. Так, ну, что у нас тут открыто? 398. Ага, радио кто-то открыл уже. Сразу 5 ходов, видите как? 1290. Давайте, наверное, пока вот так сделаем. 1894.
Надо идти по тем техам, которые уже открыли другие. Так мы будем сохранять колбочки, которых у нас немного. Что, все сохраняешь, да? Да. Да. Так что завтра, ой, не завтра, во вторник во сколько? Кто во сколько может? В 7? В 8? Я могу в 7.30. Винкс. Вообще оптимально, это круто было бы, да, если бы 7 пораньше начать. А, стоп, я прошу прощения. Я, может, и смогу в 7.30, но, скорее всего, позже будет, где-то все в 8, скорее всего. Но я буду стараться. То есть 7.38, вот так. Да, во, в 19 пишет. Ну, окей, значит, на 7:30 на 8, вот так. Все, спасибо за игру, продолжим во вторник. Всем пока. Всем пока. Эта серия завершена. Продолжение через день или два. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк и поделиться моим видео, если оно вам понравилось. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.